Всем привет, с вами Эпик, и вы снова на канале Epic Games. И сегодня мы с Тимоном продолжаем играть в Resident Evil 6, проходить главу... последней, вроде как, Ада. Ада, но какая? Не, а потом не помню, глава, короче. Там лесное кладбище. А, ну вот. Короче, мы сейчас опять будем тупить с трупами. Да, вот. Как бы это ни казалось. Мы, в принципе, у нас было предположение, как вы помните, что в заставке нам показали нужного покойника. Сейчас мы проверим эту... Блин, не открывается. Эту рукоятка. Так, а вон там ящик такой же, то есть... Да. Не открывается, ладно. Не открывается, потом открывается, видно. Потому что, видишь, это этот... Там сундук такой же лежит, как мы открывали. Точно, точно. С эмблемой. А наверху ничего такого нету? Наверху ящик. Мы ходили, там... Ящик с патронами, клёво. Именно, это хорошо. Так. Угу. Вот ломателя. Ломатель онлайн. Угу. Давай, вскрывай. Открываем. Ключик. Лучше. Ключик, ключик. Не так. У тебя есть ключ? Лучше. У меня есть рисунок ключика. Да-да-да-да-да. Именно. Там впереди, в 15 метрах, пистолет. Нет, ты забыл, да? Не пистолет. Да я знаю, что там веселая вещь. Там сниперка стоит, видишь? Да, которая у нас с тобой уже есть, как бы. Вот. А есть ли? Нету. Нету. Ну ладно. Мы ж не с контролки начинали-то тогда. Ну как бы да. Поэтому она у нас... Поэтому она у нас не сохранилась. Блин. Так. Сколько же Симен здесь трупов хранит? Да скотина вообще. Негодяй. Другой вопрос, нахрена они ему? Ай. Так. Мы точно знаем, что нужно двигать какой-то чемодан. Че, не чемодана. Так, и допустим. Все? Допустим. Вроде да. Давай-ка я шмальну. Шмальни. Я хотеть стрелять. Ты чё косой такой? Может, надо чуть правее его сделать? Ну давай, правее. Ты чё тогда сделал? Нам подсказку показали. Давай-ка побегаем. Ты к чему-то подошел, тебе подсказку показали тогда. Побегай. Ну, подсказка была вот там. Где? Я помню точно. Патроны возьму. Вот. Не открывается. Что надо сделать? Мы долго тупили, и нам показали трупов. Вот. Ну, двинь чуть-чуть влево. А, я выходил назад, помню. Да, или заходил, короче. Ну ты ходил? Я ее уже подвинул влево чуть-чуть. Давай теперь я шмальну. Во. Во. Так, получилось, он рукой ее держит. Красавчик. Я ж тебе говорил, а мы с тобой... А ты мне не верить. Кавабанга, Карл. Чё, правда? Патроны здесь все собрал. Ну там эти лежат стрелы, но они мне нельзя брать. Я да, я пока на клавомыши побегаю. На клавомыши. Йо, просто там что-то. Электрический стол. Меня это пугает, слушай. Что, они не оживут, нет? Я что-то... Слушай, дай-ка я... дай-ка я возьму дробовик в зубы. Бери, а я вот тут дверку открою. И перезаряжусь. Я погоди, а тут сила тока, типа. Ом. Вся так, фигня. Так. Может, тоже головоломка? Так. Короче, да, как обычно, головоломка. Вот, ее надо как решить, чтобы открыть дверь. Как ей надо что сделать? Так, что-нибудь... Стопудов что-нибудь замкнуть. Подожди, сейчас я подойду к замку. А, его надо подвинуть тупо. А, все, и все? Ну, наверное, да. Не-не-не, стой. Не двигай, стой, не трогай. Не двигаю. Не коннектит вот этот, видишь, у него замкнуто электричество бьет. Подвинь его. А, ну. Его, да. Его не коннектит. Ну давай его подвину. Давай. Плохая идея. Я думаю, очень плохая. Спи, моя радость, усни. Он не усыпает. Не, его будет так корябать. Ладно, давай, ставь тогда остального. И чуть правее, там не доходит контакт до него. Блин, я все-таки на клавомыши пока побегаю. А, блин, это же больно. Так, допустим. О, ползет еще один.
Чего надо заманить сейчас? Подожди! Зачем ты его убил? Пускай один оттуда сверху упадет и пойдет на меня, и его замкнет. Может быть, кстати. А прикинь, да? он был единственным. Нет. Ага. Всё, стоим, ждем. А ну сюда иди, мразота. Поднимайся. Давай. На нас иди, на нас. Сюды, ананас. Сюды, родненькие, ананас. Не так, по центру надо встать. Вот именно вот сюда куда-нибудь. А ну сюда иди, сюда иди, слышь. Жалко, фонарик нет, чтобы подсветить ему, куда идти. О, идет, нормально. Да отходи ты, он на тебя же идет нацелен, я дальше от него. А, стой! Надо было его толкнуть, там ЛКМ был. Сюда иди. Иди сюда, родненький. Еще отходи. Тут хорошо. Прям по центру. Тут вкусно. Отлично. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Там просто ЛКМ был и... Да, и открылось. И чё? Ну их зажарил. Дальше чё? Ну, вверх открылось нам. И здесь теперь открылось. То бишь, можно вернуться назад и будет... А как? Мы упали. Ну, давай сюда вот посмотрим, зайдем по лестнице, наверное, подняться здесь. КТ. Блин, опять у меня эффективные такие прекрасные... Как они называются? Ракурсы? Да. Так, ну дергай еще. Дергай. Решите голову. Блин, ну прикол. Конечно. Там дверь закрывается, что ли? В латах. Чуваки в латах. Это что-то новенькое. Слушай, я решил головку. Давай просто гранату кинем и все. Там отпрыгнуть. Ты стебешься. Я просто тупо перепрыгнул, понимаешь? А... Как так? Здесь где-то должно быть подсказка. Пристреленный Привет. Чувак. И ты туда же. А мне можно было не заходить, походу. Стрелы, много стрел. Как хорошо. Ай. Так, и чё? Извиняюсь за шумы. Сейчас были. Ну, ничего страшного. Так. Тут одни стрелы, слышишь? Вон вот сюда, нам вот сюда. Тут одни стрелы, замут на стрелах. А ну сюда. Да, я понял, что нам сюда, я видел уже. Ты куда, когда показал, я увидел. Эй, не торопись. Тут у меня красиво было. Нечего залипать. Так, мы вышли. А куда мы вышли? А, мы вышли вон туда. А, вон лестница. На лестницу показывают. Я компасом пользуюсь периодически. Так. Так, вор, рычаг. Не, его уже не надо. Нет, подожди, а мы стоп, сюда подожди, и вылезли. Подожди, нет. Кошек надо тоже. Заманить сюда, они упадут. Не знаю. Так они и так на этой штуке стоят. А, там стрелами было пригвоздено. Точно. И чего? Ну, пригвоздил ты его, дальше что? Да кто его знает? Может, я попробую еще раз перепрыгнуть? Попробуй. И посмотрю, может, что внизу поменяется. А давай. Что если, допустим... А, просто только прыгать, да? Другого варианта не дано, да? Ну, как бы да. Ну ладно. Лучше один может быть с тобой там где-то должен. А, он разбивается. Ну как бы да. И здесь появляется еще один тогда. Значит, по-любому надо здесь что-то. Так, вот двоих я пригвоздил. То есть то, что мы падаем, это просто должно быть, а потом мы типа должны разобраться, как нам пройти. Да. Окей, ладно, допустим. Ну двоих я пригвоздил, вот сейчас третий будет. Так, чё? Так. Ничего не поменялось, короче, там походу? Пока что да. Слушай, вот реально... Стой. Стой, вот видео.
Давай пригодились, и чё? Ну, не знаю. Я уже чё-то пробежался. Погодяй, негодяй. Короче, глава ада — это сплошь одни загадки. Ну, она же загадочная женщина. Ещё какая? Не, на нём ничего нет. Ну, пригвоздил я всех трех. И что дальше? Не знаю. Ты чего? Бесполезно. Стой, подожди, подожди. А может надо не... Все, я перепрыгнул. А, то есть надо просто было троих пригвоздить? Да. А я думал, типа, их надо не пригвоздить, а наоборот расстрелять трупа. Он, короче, упадет вместе с ними туда. Кольцо. А, вот это самое, то самое кольцо. Помнишь кольцо? Возьму это с собой, наверняка пригодится. Да, Лёне отдать. Давай смотреть, тут может что-нибудь есть у них. Веришь? Нет, не горю желанием. Стой. Гарабы. Что-нибудь нет? Ничего? А. Ну, реакция, ну, да? Ну что, нам обратно тогда. Ну а куда обратно? Где мы с тобой были, чтобы подойти к той двери, я думаю. Не люблю вот головоломки, не люблю стайлс. Вот, так. Кольцо поставили. Дверка открылась, Сим-Сим откройся называется. Так, ну допустим. Так. Нам, так, нам наберите недостающие части. Блин, у тебя тоже камера поменялась, да? Да. Иху! А я себе. Такой звук прикольный. Именно. Вот, и мы опять очутились с тобой на кладбище. Ничего, что мы на кладбище. Ага, нам наверх. Окей. Ну давай. Слышь, я тебя подсадить хотел. А, то есть... Мне прыгать постоянно? Давай, а, то есть я как бы стою, а ты... А-та-та, да? Ух! Нифига себе. И чего? И КТ-шечка. А, здрасте. Я протонулся сюда, да? Круто. Полетели. Смотри. Я... О! Твою... Я хочу к тебе. Иди сюда, здесь красиво. Здесь череп хрустальный. Индиана Джонс с одним глазом. А что, больше ничего такого веселого нет здесь? Нет, один глаз. Значит, нам нужен второй, сто пудов. Ну, давай я подойду к нему. Ладно, а. Сейчас посмотрим, что будет. Глазик. А вон второй глазик. Прекрасно. А у этого тоже глазик. Нет, у этого глазика нет, в том-то дело. Хотите поиграть? Ну хорошо, кто не спрятался, я не виновата. У одного глаза, у второго нет, но мы с тобой походу не поняли, у какого он есть, а у какого его нет. То есть надо поймать обоих, типа, и вырвать нужный. Вот это да, прикольно, как? Вот это прикольно, это мне понятно. Так. Это мне понятно. Дядя Петр, вы где? Ёп, твой за ногу. А, у него не глаз, у него зуб. То есть туда нужен глаз и зуб. Так, меня... честно. Ты один. Я один? Да. Эй! Меня заперли. А ты у меня вышел? С игры? Нет. Да. Мне сказала Эпик, вышел, короче, вы не можете играть, потому что человек, управляющий адой, вышел с игры. Потрясающе. Стой на месте. Во. Стой на месте, слышь. Стою на поставь месте. Поставь в сети. Я сейчас зубаки, к тебе... Зубаки, да, я отбегу хотя бы куда-нибудь. Поставь просто в сети шифта, быстро нажми и все. Успеешь, я в тебя верю. Маленькое отступление, ребятки. В сети. Поставил. Так. А я не могу присоединиться, зови. Блин, какой ж ты. У меня не горит, у меня горит кнопка серым, что присоединиться. Я раньше присоединялся к тебе, а сейчас не могу. И я не могу тебя пригласить. А посему? А посему? Ну так и так. Ну я давай так. Предлагаю начать с контрольной. Само собой, выйди из контролки, начнем. Угу. Это вообще странно.
Короче, я понял, там к черепу нужен зуб и глаз. И я, короче, пришел, а там веселая компания за бочками сидит. Веселая компания костями шевелит. Вообще ну, короче, не... ребят, сейчас продолжим. Маленькие такие технические неполадки. Да, сейчас мы с контрольной начнем, я думаю, даже не будем, да. Не будем даже завершать запись просто. Конечно. Только начнем с контрольной. Так что да. Подождите несколько минут. Да, зови меня. Зови меня, моя родная. Так, сейчас я на контрольную заново. И позову тебя уже. Угу. Так. Но... Я все равно не могу. Так понятно, я тебе говорю, в меню выходи. Мы с контрольной начнем, когда ты в меню выйдешь. Угу. По-другому не получится. Я, кстати, сейчас посмотрю как раз компания... Лесное кладбище, да, лесное кладбище. Вот это у нас что? Сейчас мы глянем с вами. А, это 2-1 у нас еще лесное кладбище, потом коридор к алтарю и подземная лаборатория. То есть раньше, видишь, в других главах, если, допустим, выкинуло одного человека, выкинуло, да, то есть ты можешь играть вторым персонажем. А с Адой такая фигня не прокатывает. Это печально. Это да, это не круто. Ладно, зови. Я жду тебя. Блин. Всё. Печально, что выкидывает, это не очень хорошо. У нас интернет очень разный с тобой просто. Не очень хороший знак. У нас ошибка присоединения. У нас просто очень-очень-очень разный интернет. Вот. Дело не в том, что там что-то комп не тянет или там характеристики по там изображение да. Поставить поменьше. Вот, то есть это все тащит идеально. Просто у меня. У тебя и подавно. О, епик. Загрузка. Я надеюсь, что мы с КТшки начнем. Если не с КТшки, мы сейчас быстро пробежим, мы уже знаем, что к чему так. Да я предлагаю просто начать с контрольной точки. Так если нас с контрольной сейчас пустит еще. Не, мы начнем сначала. У меня запись идет, в смысле начнем. Я запись не выключала, тебе еще раз говорю, зачем? Я тебя понял. Вот мы сейчас начинаем. Сначала взять, нажать, короче, то, что он с контрольной точки. Или мы здесь тоже начнем все равно. Так это и есть контрольная точка. Внизу была контрольная точка. Вот, нас запустило с контрольной. Как ты начнешь сейчас с контрольной? Ну, вот я тебя про это не спрашиваю. Никак не начать, вот контрольная точка. Мы с контрольной и начали. Да, придется долго бежать. Не знаю, нисколько, по-моему, недолго. Опять разгадки эти, блин, делать. Мы уже знаем, чё к чему, чё ты паришься. Ну, хорошо, да, побежали. Ну, я, по крайней мере, понял, чё к чему. Уже за несколько-то раз можно и запомнить. Гляди на это позитивнее, зато люди, смотрящие нас, очень хорошо запомнят, как проходить. И будут нас благодарить. Повторение, как говорится, да? Именно. Ломай. Ломай меня полностью, да? Именно. Тебя закрыло. Я знаю. Подпустил бы меня вдвоем, мы бы там сейчас вдвоем были. Блин, вот если бы я Адой бегал, я бы пользовался арбалетом, серьезно. Арбалет с первого раза не убивает, он... Арбалет вещь поинтереснее. Слушай, на этой сложности можно и с арбалетом походить. Даже если он с первого раза не крошит. Серьезно. Уж мы не настолько дно, по-моему, так. Не, ну хочешь я с арбалетом могу побегать? Нет, если тебе так удобнее, конечно. Я говорю, что я могу... Да блин, ну куда ты? Ну говорю же, не ломись вперед. Я забыл. Вот человек, думающий только о себе, как я всегда и говорю. Абсолютно насрать. Я сейчас просрал там что-то, блин. Там, как обычно. Да. Ты, как обычно. Меня добивает, как оно прикасается, короче, и из ниоткуда деталька появляется. Угу. Из пустоты просто, знаешь. Маг такой. Ну так. Так. Да, КТшка, я помню.
Фух. Но хоть и пишет контрольная точка, но когда ты с меню запускаешь, ты запускаешь именно вот с этого места. Так, двигай сразу же. Двигай, надо сначала добежать, взять все. Так, давай, знаешь что? Я думаю, мы пойдем с тобой, наверное, не по одному, да, а вместе тогда. То есть? Ну, в плане того, что там же два этих скелетончика. У одного глаз, у второго зуб. Ну да. Вот. Я предлагаю идти просто вместе за одним. Мне кажется, не заскриптуется же то, что... Так, этот... Ну да. Пока не пойдем, не рванем. Или что, неужели вот так вот по разнобою надо? Вроде нормально, да? Да? Наверное, не знаю, я не смотрел. Давай. Именно. Надо чуть левее, короче, брать. Не прям под ним, а чуть левее. Чтобы он левой рукой цепанулся. Два раза я подвинул, все. Готов? Ну, подожди. Бачата здесь. Давай, подбирай. Так. Все, подобрал. Ой-ой-ой, мы отступление. Мы не... Ты тоже, да, увидел это? Да-да-да. Так, это, ребят, это хрень игра, это хрень человек, не надо. Хороший, все, готово. Да, погнали. Так. А из ты четырех, ты не можешь? Нет, не могу. Агент, он как такой персонаж сделан, он ни о чем. Я историю, кстати, о нем искал, вообще ничего не нашел. Все люди пишут, что он как бы есть для того, чтобы бегать коопом, все. То есть его история, как я понял, даже не раскроется. То есть он просто как... Да, то есть он просто как бы есть для того, чтобы бегать коопом. Все. Хотя по мне, знаешь, как было бы круто сделать? Нет. Там же, знаешь, вторая же ада есть. Угу. Ты прикинь, в две ады гонять. Да, было бы забавно. Это было бы круто. Шмоджи у них все равно разные. Пусть тебе приснится 220 вольт тут. Да-да-да. Пусть тебе приснится ада с резидента. Именно. Не двигайся, слышь? Не да. Двигайся, я тебе говорю. А и ты не... Стой, загонять второго. Давай. Сюда иди. Эй, братище, иди к нам. Хочешь тоже ЛКМом стукнуть? Обнимашки. Стукни его ЛКМом. Он что-то за мной идет. Да не здесь. Не сюда надо. Надо вот здесь вот, когда он сюда встанет на... Этот. Именно в лицо ему бить, в том-то дело. То есть, когда он встанет сюда... Это электричество, знаешь, что напоминает? Чего? Подземку. Это да. Есть такое. Так. Давай сюда, чувак. Сюда давай. Так. Не-не-не-не-не. Сюда. А вернись. Мы здесь. Все твои друзья тут. Там когда пишешь, что там тебе тройку там... Лев... Ну, у меня левая кнопка мыши, я на клаву мыши бегаю сейчас. Когда говоришь, что нажмите ЛКМ, тогда и только и надо нажимать. Ну да. В определенный момент. А не как ты просто взял. Так, теперь мы помним, что нам надо сделать там. Так, а вот здесь что такое? Подожди. Подожди, что, ползти можно? Да. Так, так, так. А мы ползли. Мы вроде ползли по такому. А так сразу сюда. Опа, ящичек. Стой, не ползи никуда, я подберу. Там пистолетные. Давай. Там пистолетные просто. А у меня стрелы. А, это стрелы все. Сюда сразу попал. Все? Понятно. Ну да, вот тоже у меня стрелы. Ладно, погнали. Я хоть поглядю. Надо залипать. Ну ты же залипал. У нас как на диджитале серия как на диджитале опубликовалась, так сразу пошел смотреть, причем только начало. На остальную серию абсолютно насрать. Вся суть серии в самом начале, да?
Именно. Так, решите галявалем. Давай сразу фигачи по ним. Конечно. Теперь уже знаем, так. Короче, троих надо присандалить. Укокошивать нельзя. Криво, по-моему. Просто они далеко еще стоят от стены. Надо немножко туда. Подвинуть? Иди там. Хочешь подвинуть дробовик? Нет. Отвечаю, подвинуться. Так, одного предела вроде. А, обоих. Так, стой. А, можно, да? Окей, погнали. Можно моном. Так, нам вроде сюда. Нет? Возьму это с собой, наверняка пригодится. Именно. Я так и понял. Ребят, прошивайте. Я пойду. Так, куда-то подкажешься. Я один не справлюсь. Не-не-не-не-не, прыгать я вниз не буду, не, я не дурак. Ты готов? Да, погнали. Так. Что? Кавабанга. А, давай. Ты смогешь. Бежим вместе, да, как и говорится? Да. Сначала за одним, потом за другим. Давай сначала за зубиком. За зубиком я, по крайней мере, там все просмотрел. Там, короче, где-то 5 скелетончиков будет. Поэтому там, если у тебя есть шотганчик, можешь его взять. Быстро расчистим. Вот. А что там будет за глазиком? Ты видел, что будет за глазиком, нет? Нет. Ты готов? Вот. Вот. Прыгаем. Так что давай за зубиком сначала. Смотрю. Да-да-да, зуба не хватает, видишь? Зубы, да, так. Это глазик. Налево глазик. Налево от тебя глазик. Там прямо зубик. Давай за зубиком тогда. Давай за зубиком. Давай за зубиком. За зубик вон 10 метров, давай. Да. Видишь, кто первым? Зуб вырвем. Стоматология. Именно. Белая улыбка, пусть ребенок будет счастлив. Ну или как? Заходишь в дверь? Он доскриптуется сейчас. Отлично, мы с тобой зашли в дверь как раз. И он выйдет дверь. Сейчас, и там, да. Отлично, все. Аккуратнее, они с кухонными ножами здесь. Как только что выяснилось. Один вообще вон с взрывчаткой. Прекрасно. Уходит, зараза. Абсолютно насрать на патроны. Да? Да, нам надо догнать. А если он убежит просто? Ну побежали. Чё тогда? Тем более тебе-то чего? У тебя еще стрелы есть. У тебя что разрывные, что обычные. Блин, вот сзади, неужели... Сзади, сзади. Вот неужели мы не можем его просто снайпы зацепить? Я предлагаю бежать. Бронированная какая-то скотина. Так они тут рыцари какие-то, видишь? Блин. То есть... Там патроны к шотганчику. Вот на них да, абсолютно да. Не насрать. Что-то их многовато. Надо их чистить, походу. У тебя гренки есть? Нету. У меня нету. А, так. Одна есть. Одна есть, сейчас я укольчу. Ну, так как я понял, их надо просто прочистить. Ну, давай еще зажигалочку попробуем. Да, кинь в них толпу туда просто. У меня просто зажигалок 5 штук. Здрасте! Там крикун был. Именно, я его убил. Все. Все. Покрошили, да. То есть, пока ты их не покрошишь... Пока не покрошишь... Дверька не откроется, понятно. Очечки. Да ладно, ладно. Чистите. Ой, большие. Большие. Целых 1000 очков. А, 1000.
Ну, средние, ладно. Побежали. Ты тут? Да, давай. Да, да, я здесь, я бегу. Вдвоем надо. Иначе просто нас по одному могут загрызть. Да. Каратисты. Угу. Готов? Так, 2 метра. Эй! Так. Что? Все. Опять так? Ладно, хорошо. Нет, просто если ты меня первого пустил, короче, дверь бы не закрылась. Давай в такие двери я первым буду заходить, чтобы нас пускало обоих. Орать. Успокойся, истеричка. Именно. Эй, а дверь-то откроет, нет? Не знаю. Я как бы тоже... короче, очки, все. Я вижу, бомбочки. Патроны, причем очки-то приличные, там лежат, тоже косарь вроде. Я знаешь, что боюсь? То есть сейчас... Меня... А, там еще один. Меня портанет, скорее я, всего. Я со снайперки сейчас его убью. Вот, хедшотом сразу, давай делай, да и все. Да. Стой, да. Не иди. Я сейчас соберу. Давай. Так, все собрал. Все собрал? Все собрал. Погнали. Хорошо. Так. А это он и есть. О, круто. Золотой зуб черепа. Прекрасно. Прекрасно. А и вот и наверх, короче, к нему можно. Понятно. Круто. Так, погоди. Сюда нельзя, но можно в проход, короче. А вот сюда, в проход, да. Я посмотрел проход, если я думал, еще направо, что можно поваляться. Может что-то валяться. Там не может. Проще так вот, знаешь, идти и просто... Потом мне тебя потом бы ждать пришлось, пока там ты расчистишь, тут дверь откроется и так далее. Именно. Я так и предполагал, что что-нибудь такое и будет. Так. А теперь я так полагаю, надо вот это сюда поставить. Ты спрыгнул? Да. А не надо было? Так, зубик мы с тобой поставили, отлично. Теперь за тем говняком. И как? За тем говняком надо... Надо... Телепорт. Стоп! Блин, я уже сделал. Там что-то нажать мне можно было. Ну, начинает. Опять я упал. 5.25. Нет! Блин. Что? Там я, короче, туда упал вниз, и там... Я понял, там лезвия были. Там надо в какую-то сторону ползти, что ли, я не пойму. Так, это лучше делать на геймпаде. Я помню, я это делал на геймпаде, под лезвиями полз тогда, Лёней. Я, правда, не помню, как падать. Ну, не так, конечно, падать, а вот именно... Да, все, я понял. Mm. Это хрень? Насрать. Куда ползти-то? В какую сторону? Да, пока никуда. Сейчас я выползу. Как раз к нему убью его сразу. Блин, чуть-чуть. Никуда, не говоришь? Никуда? Я, говорит, расчищу. Я ползу туда, а там зомбак. Замечательно ты расчистил, я смотрю. Я говорю, я сказал, что убью этого зомбака, который с глазом. Он прям передо мной стоял. А то, что передо мной сидел, как бы, и жрал меня, это так, мелочи. Я мимо него пытался сожрать. Вот именно. Я из-за него и не успел. Мне пришлось его крошить, и я не успел. Так если я начну убивать, я-то не успею. Чё я с задницей-то ползу? Ну, короче, нас разрубило. Вот что я тебе скажу. Я его бить не могу. Никак. Только нас сейчас разрубит. Я не могу. Я не знаю, куда ползти. Меня перевернуло, и все. Я не успею. Уж извиняй. Блин, да ладно, нормально. Сейчас. Там камера меняется тоже. Да. Нет, там сначала ты ползешь вперед, потом поворачиваешь на и просто ползешь прямо. И чуть-чуть стик дергаешь, он разворачивается спиной. У меня в этом проблема. Сначала стик дергай на себя и ползи. Я уже спиной ползу. Вот, ты перед меня. Теперь поворачиваешь и ползешь.
Не ползется, слушай. Тут все, мне не проползти. Они не зачищены, меня не пускают. Он загородил дорогу. Я не успею. Так развернись, я... почисти, ё-моё. Нас сейчас разрубит. Я же тебе говорю, я не могу стрелять. Почему не можешь-то? Нету никакой кнопки, чтобы нажать и стрелять. Удерживаешь прицел и стреляешь? Ты чё? Нету, еще раз тебе говорю. Мне показывает. Держите стик, чтобы ползти вперед. И нажимаете троечку, чтобы ползти побыстрее. А прицел всё. Поставь просто, прицел. Нажми, прицел поставь. Я же могу сейчас стрелять. Сейчас поставлю. Там ставится прицел. Просто если ты удерживаешь стик и тройку, ты ползешь. Да, я не спорю с этим. А если ты еще... Ой-ой-ой-ой. Да ладно, смотри-ка. Ведь нельзя же. Я опять спиной, короче. О, ползу к тебе. Одного я расхерачу. Я понимаю. А второго? Не получилось, да? Не знаю, попробую на клавиатуре, но... У меня патроны закончились. А у тебя дробаша нет? Дробаша. Был же вроде. Осталось 2-3 патрона осталось. Надо по хедшотам просто идти тогда, потому что я не знаю. Ну давай попробуем. Мы не пройдем, если ты проползаешь одного, я не проползаю второго, вот в чем дело. Блин. То есть там надо обоих расчищать, иначе просто не успеешь. Они загораживают дорогу. В любом случае надо. Короче, кто из нас будет ползти первым, убивает первого зомбака. Ух, ёпт! Вот только не его нам не хватало. Вот для чего здесь эта хрень-то. Какая? Слышь? А ты раньше не могла мне сказать об этом, женщина? Ну почему всегда я? Я не знал. Ну в смысле не знал? Ты первый полз, ты видел? Все, я его убил. Главное, вот зачем мне эта хрень, главное. Ты же ее видел, ты сказать же мог. Это серия клавомышь. Ух! Расстрельная клавомышь подобрал. Серия. Это чё такое? Это чё? Подожди, стой! Не выходи. Да, я тоже видел. Очки. Все. Там что-то плохое. Мне это не нравится. Мне не нравится то, что здесь какая-то стена и ничего больше нет. Так, а вон, проход. Все, перезарядился я. Да я нет. Проход. Налево нельзя, проход можно. Понятно. А и сейчас к черепушке. Жестко, жестко, скажу я вам. Ну, головоломишно. Да. Открывай. Я вот лично жду подставы, серьезно. Ты психсил, такой же, как эти твари. Именно. Это точно. Проходим. Я жду какую-то подставу. Чё там за тени? А, это люстра. Ладно. Отлично, у нас их два теперь. Направляйтесь в лабораторию. Давай, может, ящики есть? Давай. Нет, ящик. Так, погоди, нам наверх, кстати, если что. Я понимаю. Тут бэткрилл должен быть. Подожди, сейчас перезаряжу. Снайперка перезаряжена. Все, у меня все перезаряжено. Погнали. Давай, цепляйся. Я никак не ожидал, что эти лезвия мы еще раз встретим. Вообще жесть. Причем в более хоррорном состоянии. Они настолько к полу приделаны, что под ними даже... Назад. А? Что под ними даже не проползешь, под теми хоть проползти можно было. Да. Блин, мне только что показалось, что это дерево, это рука такая большая. Кто это там рычит? Слушай, а нам же не показали, что мы толстяка покрошили, да? Почему? Я его убил. Ты его убил? Да. Ладно. Хорошо. Стрёмный герб, кстати. Какой-то. На змею похож, по-моему. Ух, слушай.
У меня к тебе такая шикарная идейка. Закончить? Да, добежать сейчас вот до этой КТ-шечки и все. Да, и закончить, потому что у нас новая глава. Именно. Ну, КТ-шка вот после двери, как я понял. Открывай. Да, это ж так. Сейчас ролик какой-нибудь нам покажут, и конечно, мы закончим. Посмотрим ролик так, и закончим. Да, вот загрузка, да. И сейчас будет сохранение. Ой. Ну, было это тяжко, было головоломишно. Да не то, что головоломишно, блин, это просто трындец. Особенно с этими, блин, висячими чуваками. Ну, я так и понял, что раз показали арбалетные стрелы, он пригвозден, надо стрелять. Так, сейчас будем читать. Как мы и помним, я читаю задний фон, ты читаешь свой диалог. Да. Что, ну, блин, то, что, конечно, агента не раскроет, это обидно. Да ладно. Тележка. Бедора. Дебора. Офигеть. Дебора, не отключайся, хорошо? Дебора. А. Нет, Дебора. Давай. Ой, стрелять сейчас еще буду. Нет. Ты в заставке шмальнешь, походу. Нет. Твою мать. Неужели нам тоже убивать тебя? Мне тоже убивать тебя, помнишь там? Повторяется таки. Вот, ребят, с чего мы начнем следующую серию. Хедшот. Но не тут-то красавчик, было. Красавчик. Не тут-то было. Красотка. Ада? У тебя вид, будто ты призраков встретил. Пушку опусти. Сам себя ведь застрелишь. Да-да-да. Я говорю, пушку опусти. Ада, что тут происходит, черт возьми? Все сложно. Че, статус ВКонтакте? Все. Че ща будет? Но это не время и не то место. Ага. Ну окей. Как скажешь. Драпаем. Говорится, драпаем. Сохрани. Эти маски долго не продержат, надо спуститься на нижние этажи. Прости, Дебора. Это все моя вина. Ой. Хелена, отойди от нее. Давай обнимемся. Помогите ли он их? Не, ребят, так, мы не закончим. Давай. Да, мы не закончим, там не. Ну мы помним, как это делается, бачата и так далее. Да, шмальнул его. Шикарно. Прекрасно. С КТ-шки закончиться не получилось, ребят. Да. Хотели закончить, но нет. Дебора нам не дала. КТ. Опа, давай отсюда. Давай отсюда, мы в прошлый раз здесь закончили. Да. Давай отсюда. А сейчас мы здесь закончим. Ну что, ребят, Дебора, где ты? Я здесь. Всем спасибо за просмотр, ребята. С вами был Эпик с канала Epic Games и Тимонский канал Digital World. Да. Мы продолжим в следующей серии и валить Дебору. И смотрите, это будет... нас, ставьте лайки. Да, и это снова будет трагично. В общем, всем спасибо. Всем пока.